глубина 4-6 метров. Целые траншеи на Карла Липкнехта в Тирасполе. Это большой ремонт водоканала. Работают с февраля. Уже заменили водопроводные трубы. На очереди канализационные. На месте премьер Мартынов смотрит, как идут работы. Мы с Украины брали канализационную трубу. Мы же начали с трубой, которую брали с Украины. И буквально вот как ситуация развернулась. Быстро сориентировались с Румынии, поставили тоже трубу, тоже хорошего качества. Единственное, что неприятно, это цена. Цена европейская. Так, таковы реалии, но останавливать работу, если будут источники, не стоит. Ни в коем случае. Эти трубы не ремонтировали полвека. В прошлом году прорвало коллектор. Тогда заменили первые 30 метров канализации и увидели картину. Трубы в аварийном состоянии. Итог, меняют почти километр сетей. По кондиционному коллектору осталось последние 50 метров, после чего мы закроем участок дороги от 2-го Бородинского до перекрестка с улицы Правды. Движение, скорее всего, будет закрыто на следующей неделе. Ориентировочно будет у нас закрыто на 4 дня. В момент перекрытия у нас будут произведены замены переходов, кондиционных переходов, водопроводных переходов. В течение 4 дней мы произведем замену, после чего точно так же засыпем, откроем движение. И движение по улице Карла Липкнехта будет возобновлено уже ориентировочно после 12 апреля. Параллельно рядом расширяют дорогу. На Правде службы друг другу не помешают, говорит директор водоканала. Пробки очень серьезные по улице Правда. И здорово, что будет сделана и коммунальная часть, и развязка будет сделана. Но даже несмотря на такие тяжелые условия, мы в правительстве приняли решение эти развязки сделать. И по Одесской, и по улице Правда, для того, чтобы разгрузить это. Замена водопроводных труб улучшит качество воды в этом районе, да и об авариях на сетях здесь можно будет забыть на десятки лет.